Это скакалки, да? Остатки, вернее. Можно тоже считать. А, ты считаешь, сколько ушло, да? Четыре ребенка осталось без. Толстый. Давай, покажи, чего. Берем. Берем скакалки. Разрезаем. Все, готово. Не, так что делается-то она? Я лично не вижу, в чем прикол. Берешь, пропускаешь эту нитку? Берешь отвертку. Какие инструменты нужны? Инструменты не нужны. Отвертка? Инструменты, ножницы, чтобы скакалки резать. И эти штуки. Подожди. Нужна проволочка, самый главный инструмент. Чтобы это самое... Сделать. Этот пульт выключатель. А? Черный, красный. Этот. А, выключи. Как тут? Так. Так. Сделал. Сам придумал? Сам придумал. Думал, из проволоки все делают. Не мог додуматься, как эту проволоку соединить. Соединяют, наматывают на барабан, сделают барабан. Угу. Потом на барабан наматывают эту ебаторию все. И в итоге к чему ты пришел? В итоге пришел к скакалкам. Начал скакать, думать. До скакалок. Берешь 4 скакалки. 4, да? Подожди, больше. Не, так вот у тебя цвета черные. 8, это по 2. По 2, короче, то есть... Одна. Короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 надо, чтобы роль... закрылся. 17 слоев. Но две, полос. Две этих. Два оборота, это одна скакалка. Угу. Скакалка стоит 70 рублей, по-моему. Угу. Я покупал за 70. А 40. Это капрона веревка или что? 48. Да, это же этот обычная веревка. Чтобы проще. Проволоку хуже делать. Она будет не будет садиться, да, так на места вот эти. Да, 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 она будет слишком выпирать. Это нам не надо. И они эти, как они называются, силиконовые, они мягкие. Вот такая штука. Ну, не мягкая, не твердая, такая средняя. Мягкая, не твердая. Советский роль. Берем линейку, продеваем. Начал ты вообще с чего? Начал. Ну вот так же и начал, да? Пошел в магазин. Не, я имею в виду, начал вообще вот эту конструкцию лепить из чего? Купил скакалки. Начал с того, что купил Жигули, не глядя. И туда-сюда, да, ее? И туда-сюда эту Жигули катаю. Из одного гаража в другой. Я про руль говорю сейчас. Про руль? Сначала, да. Сначала руль купил. Руль, блин, по нашим временам хрен найдешь. Сейчас копеечный руль. Да? Угу. Так сколько мы рулей посмотрели? Штук 6, да? Так. Правильно сделал. Не продел. Сбиваешь с толку. И раз, все. Ну, короче, тут все дело техники. Берешь и. То есть они туда-сюда прыгают. Туда-сюда, да? Прыгают. Обычно как корзину плетешь, своим, да? Да, своим этим.
А соединять их в итоге чем будешь, когда она на руль сядет? Логических умозаключений, что? Ну, вот на руль одел ее, и чем ты стянешь ее? Этой же веревкой компроновой? Да, вот через эти пропускаешь. Ну, потом, я потом одену, видишь. И линейка ее подбадриваешь туда. Все. Одна у тебя идут черная, так вижу, да? Да, чтобы она... То была... есть черная больше будет? Черная больше, чтобы полосатая была. Если все сплести, она будет... Размоется. Размыта. А так каждый цвет подчеркнуть и красиво заиграет. Так подбил, потом раз опять. Ну, короче, тут путем логических умозаключений сначала туда-сюда. Так, берешь... Короче, как корзину плетешь. Хотя, ну, вряд ли, наверное, кто-то корзину сейчас плетет. Ну, после этого можно плести. А длину ты как вымерил? Просто рука замерил? Мира. То есть все вот это по кругу, они... Да, они примерно, потому что в конце все равно надо будет подрезать. А они идут по спирали или нет? Что по спирали? Эти круги. Ну, эти штуки. Или они каждая заканчивается? Каждая обрезаешь, склеиваешь, суперклеем. А покажи, где склеены они. Да там их не найдешь уже, они четко склеиваются. Вообще, да? Видно, да. Вот я про что она, есть. Она уже заплетена у тебя, да, стык? Да, он заплетен уже и склеивается она суперклеем вообще идеально. Такой, ее, да? На растяжку даже даешь, она... Я один раз уже напялил, но это другой. Ну, понятно. Короче, вот так. Ну, сейчас я процесс немножко это... Рубишь. Так. Одну пропустила. Так, это идет сюда. Значит, дальше должно пойти отсюда. Желтого пропустил. У тебя есть пескоструй кто-нибудь знакомый? Нету. На диске подписка ставить. Там Антон что-то говорил вроде. У них вроде как соседи или кто-то, да? Подписка ставили. А что, с края у тебя с одного две черных идет, да, получилось? Да, слишком это, чтобы не рябило в глазах. Цветного достаточно. Они в итоге будут три черных, но они будут внутри руля, да? Нормально будет. Они, да, внутри руля будут. Это внутри диаметра. А, да. Что-то я тут заплелся. Расплети весь. И заново. Сука. Во-во-во-во-во. Сети. Тятя, наши сети. Притащили Жигуля. Сквозь этот.
Через пошла. А теперь сверху она идет, да? Да. В общем, внимательнее надо делать. А что эти узлы у тебя там? Какие узлы? Ну вот узел, да? Да. Веревка закончилась. Так может ее тоже склеить? Не склеить. Узел-то куда уйдет? Прячется? Он внутрь уйдет. Просто перевернешь и все. Линейка функцию какую тут играет? Ну, подбивать? Чтобы, оп, и продел, угу. Чтобы там это не корячиться. Под, и подбивать хорошо ей. Держишь, так она как бы держит. Вот эти немножко иногда подтягивать надо. Они у тебя все одинаковой длины? Вот тут такая этот, херня. Разные? Ну там тоже. Все играет и в конце на это. Диаметры-то разные получаются, да? Ну я не как обычно линейкой там не бегал, не измерял до миллиметра все. И они все тонкие, разные, у них одна вам хорошо тянется, а другая плохо. И в итоге он в разных местах покупал, что ли? Жгут. Можно, кстати, сейчас обрезать их вровень сделать. Вровень их не надо делать. Почему? У тебя диаметры будут разные все. Так, эти все по центру пойдут. Вот эти по центру пойдут. Которая сбоку пойдет, она пусть она длиннее будет. А вот эти. Они... Сбоку наоборот короче должны быть. Но вот эти они оденутся и так. Вот эти можно обрезать и заново склеить. Короче, чтобы вот такая балда была. И вот эти тоже можно. Короче. Все, короче, подогнать вот под этот размер. Да? Не знаю. Наверное. Ну все, тут... принцип ясен. Ну, принцип ясен. Принцип ясен. Сделай вот эту, как будто она руль. Ну, руль снизу. Как вот будет. Такой руль будет. Ага. О, красиво будет. Сбоку он. Смотри. Потом на руль одену. Ага. Нормально. Угу. Делается он обычный стул. Эту ставишь немножко, чтобы она в натяг была. И все, достаточно угу. по стулу. Угу. Я вот за вчера, за вечер вроде сплел. Короче, за день без напряга можно сделать оплетку. Угу. Ретро. Скакалки стоят 75 рублей. Но не 4 скакалки, ушло больше. Наверное, 6 или 8. Ну, грубо даже 6. Угу. 6 на 7, 25 рублей. 25 рублей. 2,85 длина. Да. Хернь. Они тянутся, да? Тянется, это не провод. Провод он хрен его там. Угу. Подгонишь, она. И в руке она. Я пробовал, когда она встает так. Угу.